9 мая 1945 года. В 2 часа 10 минут диктор Юрий Левитан прочитал акт о военной капитуляции фашистской Германии и указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая днем всенародного торжества, праздником Победы. Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, завершилось грандиозным салютом. Финальным актом празднования Победы над Германией стал Парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года.